Профилактика детского дорожного травматизма, она всегда актуальна. И мы на всех своих мероприятиях, а также на уроках говорим о тех последствиях, которые могут случиться с детьми, когда они нарушают правила дорожного движения. Так, на уроках математики порой акцентируем внимание у педагоги, что машину невозможно остановить в секундное время. На уроках физики показывается этот вопрос. На уроках биологии учителя акцентируют внимание, какие последствия могут быть у детей со здоровьем. И этим самым прививается детей мотивация по комплексной безопасности и знанию, а самое главное, правильному выполнению правил дорожного движения.